Послание к Галатам святого апостола Павла. Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. И приидоши во страну Гадаринскую, я же есть обон пол Галилеи, и шедшу же ему на землю, встрети его муж некий от града, и же имяше бесы от лет многих, и в ризу не облачавшися, и во храме не живяше, но во гробех. Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к нему, и гласом вели им рече: «Что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего?
молюсь о ти, не мучи меня. Повеле убо духове нечистому изыти от человека, от мног болет восхищавши его, и вязаху его узы железные и путы стригущие его, и растерзая узы гоним бы ваше бесом сквозе пустыни. Вопроси же его Иисус глаголя, что ти есть имя? Он же рече легион, яко беси мнозим не доша в лоне. И моляху его, да не повелит им бездну идти. Бежит у стада свиней много пасомов горем, и моляху его, да повелит им в тые внити, и повеле им. И шедше же беси от человека в недошего свинья, и устремися стадо по брегу в езеро и истопе. Видевши же пасущие бывшие, бежаша и возвестивши в ограде и в селях, и зыдоши же видите бывшие, и приидоши кой Иисусови, и обретоши человека сидящие, из него же беси изыдоша, оболчена и смыслища при ногу Иисусову и убояшася. Возвестиши же им видевшие, как и спасеся бесновавые, и моли его весь народ страны Гадаринские отойти от них, яко страхом велием одержими беху. Он же влез в корабль, возвратися. Молясяши же ему муж, из него же изыдоша беси, дабы с ним был. Отпусти же его, Иисус глаголя, возвратися в дом твой и поведай, и лико ти сотвори Бог, и иди по всему граду, проповедая, и лико сотвори ему Иисус.
Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, ви заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слови семя тяжно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает младесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Воздвиго очи мои в горы, отнюдь уже придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Радуйся, невесто, не невесто.